Пара мыслей в рифму. В мире сокровищ сейчас не сыскать, разве на дне океана? Но найден был клад, что не в сказке сказать, в столице Узбекистана. $1 000 000 стоимость клада, взволнован Ташкент, будто улей пчелиный. Монеты, картины, иконы, награды, предметы, в общем, старинные. Из дома Романовых все изначально, царский клад в прямом смысле. А кое-что есть совсем уникальное, золотой микроскоп австрийский. Поедут богатства теперь по музеям, ждали 80 десятков лет, чтобы люди ходили на них и глазели. Золотой нынче город Ташкент.